Кавалер двух георгиевских крестов 3-4 степени за пленение немецкого офицера и ранение. Георгий Жуков вступил в Красную армию в августе 1918 года. Он сражался на Восточном, на Западном и Южных фронтах с белогвардейцами. В мае-июне 19-го в составе 1-й московской кавдивизии отправился на Урал, где участвовал в боях с казаками в районе станции Щипово. В июне-августе того же года участвовал в боях за Уральск, затем в боях в районе станции Владимировка и города Николаевска. В сентябре-октябре 19-го участвовал в боях между Заплавным и Средней Ахтубой, где был ранен осколком гранаты. Он не раз был отмечен командованием за смелость и боевую смекалку. После окончания рязанских кавалерийских курсов осенью 20-го года назначен командиром взвода, затем эскадрона. В августе 20-го принимал участие в боях с десантом Улагая под Екатеринодаром. Продолжение следует.